WSWR-15GV-Touch – это встраиваемая лифтовая система, оснащенная 15-дюймовым сенсорным наклонным монитором и подъемником для микрофона. Корпус системы изготовлен из стали и имеет стойкое черное матовое покрытие. Установка системы в стол не вызывает особых затруднений, так как для этого достаточно сделать прямоугольное отверстие в столешнице, в которое сверху опустить выдвижной монитор в сборе. Внизу расположены кнопки для настройки монитора и индикатор его состояния. Настроек минимум, и все их можно оставить на заводских значениях. С другой стороны есть ниша с разъемами и антенной, а также отверстие, из которого выходят два неотсоединяемых кабеля, предназначенные для подключения микрофона к конгресс-системе Bosch. Лифтовой системой можно управлять удаленно по проводному или беспроводному интерфейсам. Верхняя панель, крышки люков и корпус монитора изготовлены из алюминиевого сплава. Дизайн строгий и не привлекает к себе лишнего внимания. Справа от люка монитора находится 5 кнопок управления лифтом дисплея. Штатное предназначение кнопок справа от монитора – это включение-выключение ПК и переключение входов. Слева находится разъем USB, который можно использовать для подключения периферийных устройств, например, накопителей или веб-камеры. Задняя панель монитора выполнена из закаленного стекла черного цвета. Толщина блока экрана всего 9 мм. Фронтальная панель экрана изготовлена из минерального стекла и является датчиком прикосновений. В этом мониторе используется матрица типа IPS, поэтому экран имеет хорошие углы обзора по снижению яркости и сдвигу цвета. Максимальная яркость невысокая, но ее хватает для комфортной работы в помещениях с ярким искусственным светом. Цветовой баланс приемлемый, а цветовой охват уже sRGB, поэтому визуально цвета на этом экране бледноваты, но это не важно для того контента, который используется в корпоративном сегменте. Подъемник микрофона управляется отдельными кнопками, независимо от лифта монитора. Большая белая кнопка включает-выключает микрофон. Лифтовая система поставляется без микрофона, но в данном случае для наглядности микрофон был установлен. Подъем монитора и микрофона происходит быстро. Уровень шума при этом невысокий. Это удобно и не отвлекает участников от переговоров. Лифтовая система WSWR-15GV-Touch оснащена выдвижным сенсорным экраном с диагональю 15,6 дюймов и подъемником для микрофона на гибкой стойке. Когда микрофон и монитор убраны, пользователю доступна практически вся площадь стола, так как верхняя панель плоская, узкая и может быть встроена в уровень столешницы. По современным меркам параметры монитора средние, но в данном случае это не принципиально. С задачей вывода нужной пользователю информации он справится. Этот выдвижной монитор можно использовать, например, для оснащения стойки докладчика и мест зрителей в конференц-зале или для установки на места пользователей за столом для проведения совещаний.